Продолжаем игру. Значит, на чем остановились? Так. Муравьи делают. Подземных есть. Делают. Снайперы. И снова нападают. Снова люди отбиваются. А снайперы баллистической ракетой. А, люди... Прирост населения делают в городе. Муравей изучает закопку для, ну, закопку для снайпера. И, ну, как бы, точнее, закопку для снайпера. Землей влазит, стреляет. А люди... Снова происходит нападение. На этот раз... кстати, этот бункер уничтожают. Нападают на город. Делаю исследование для города. Раздача людям противотанковых винтовок. И они отбиваются. Ну, город в осаде пока что. Еще баллистическими ракетами отбиваются. И делаю полигон для тренировок для города. Короче, получается вот такой город. А эти делают улучшенного муравья. Короче. И делают аэро. Я, короче, делаю бункер с противоракетной. Ой, противовоздушной пушкой. Короче, тут такая тема, вот этот вот, он подползает, потом взрывается, и это
атакует. Поэтому его... Подожди, у меня же где-то был бункер. Поэтому его обнаруживают. А, вот. Там делают, в общем, Айрс делает, да. Вот эти попадают. И у них теперь шапка такая, и кислота льется. Я делаю. Завод производится первый танк. Ну, делаю пока что обычный такой вот самый простенький. Они исследуют за бурильню, короче, пробуривают землю, под землей делают ход, чтобы с тыла напасть или из-под земли атаковать, чтобы невозможно было защититься. Я улучшаю танк. Теперь он... Пока что пробуривают и нападают. Накапливают количество войск. Еще улучшаю, появляется такой уже танк с пулеметом, с пушкой и с гатлингом против аэро. Они, короче, прокапывают. Тут, в общем, надо сейчас подземный делать. Они прокапывают и исследуют. Еще вот такую жижу делают. Исследуют вирус, который уничтожит все живое. Я делаю завод подземных исследований. Не знаю, куда его засунуть. Еще они уничтожают один барак. Одну вышку. Короче, вот завод у меня стоит. Я делаю подземные оборонительные мины, короче. То есть они вот лезут под землей, подземный муравей, а ему навстречу
бурящая, самодящая мина с начинкой, которая взрывается при столкновении с ним. И еще я исследую робототехнику, делаю, кстати, завод по починке роботов делает, которые чинят. Вот это вот робототехника. Завод по производству роботов. Выходит, короче, вот такой робот с винтовкой противотанковой. И исследую робототехнику, чтобы заменить людей роботами. Он, короче, уничтожает всех людей, всю живую силу. Короче, как в городе люди остаются, я хрен знает, может, купол там, типа. Если бы это была игра, я бы купол сделал такой защитный. И роботы, короче, заменяют. Я делаю вот роботов еще. Роботы выходят. Встречу. Там робот с щитом. И еще и танк. Вместо этого танка выходит вот такой. Он делает орду, в общем, муравьев и исследует невидимость. И, кстати, захваченные танки этими муравьями мутирован пол муравьи пробыл танк. И невидимость исследует, а я делаю в ответ на невидимость. Этот вот спутник. И делаю короче вот эту артиллерию. Исследую ядерную боеголовку. Ну и вот такая игра происходит. Просто видишь, это надо экономику еще сделать. И это еще не все фигурки я тут использовал далеко. Далеко не все. Типа, либо он взрывает ядерной ракетой, либо эти ордой уничтожают.